Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sim Racing From Zero, и с вами Борис. И сегодня у нас очередной, я сказал, такой марафон. Рейтинг гонщика у меня стал B. Это с какого-то перепугу. Называется «Прощай, рейтинг А». Хм. Какой-то кошмар. Беда, беда. Надо возвращать. Я расстроен. Мне, конечно, намного впереди соперников, но... Это что за фигня вообще? У меня был рейтинг А. Что? Продолжаем бороться. Как все хорошо начиналось. У меня был рейтинг, а у меня был рейтинг безопасности S. То есть сейф, а тут у меня C. Что это такое? Что это за фигня? Угу. Да. Это беда, это беда, такая беда. Я прошлый гонку говорил, надо уезжать. И у меня ничего не вышло. 26. С. О! Ну ладно, что. Поехали. Раз тратим безопасности и дерьмо, меня могут выбить опять. Я вообще... Не возвращать рейтинга. Да. Понимаешь, что этот придурок пытался атаковать. Из-за этого он остался еще больше. Секунда и 0,3. После первого же круга. Еще и со штрафом. Thank you.
2,5 секунды за два круга. Понятно, что это категория Б. Величайшим штрафом. Заканчиваем третий круг, посмотрим, сможем ли его улучшить. Я, к сожалению, не вижу графика. Да. И отрыв уже 5 секунд. Российский пилот на третьем месте. Утащила. Рановато я нажал на газ. Почти 6 секунд, 6 секунд. Давай. Лапекс. Слабый круг у меня. Почти 6,5 секунд. И это победа. Да. Так. Два растения на пою вместе.
дерево. На каком-то ЛМС. На урагане. Меня понизили категорию, я вообще не понял. Ну вот так бывает. Победа. Третий на Интерлагосе. Еще и с большим шлемом. Превьюха. Далее. Так. Ну что, ребята? Всем до встречи, всем пока, до следующей гонки. Болейте за меня и подписывайтесь на канал. Ну как же мне?